Камчатка регион особый во многих смыслах. И у нас постоянно действует около 30 вулканов. Кроме того, мы находимся в активной сейсмической зоне. У нас произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение. Хочу сразу сказать, что оно не привело к разрушениям, и ни один человек не пострадал во время него. И это показатель того, что те меры, которые предпринимались и предпринимаются по усилению сейсмостойкости всех строений, по жестким требованиям к строительным нормам, они оправданы. Да, это накладывает некоторые дополнительные ограничения на реализацию инвестиционных проектов. Стройка в результате становится дороже, чем в других зонах, в других территориях, не связанных с такой сейсмической активностью. Но для нас требование безопасности не является предметом компромисса. Именно поэтому все туристы, приезжающие на Камчатку, могут быть уверены, что они будут размещены в безопасных зданиях.